Ребята, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Вы на канале Ремонт Сельхозтехника. Все, трактор после частичного ремонта готов. Будем управлять. В каком состоянии трактор приехал, вы видели уже. Кто не видел, можете перейти на мой канал во вкладке видео. В каком состоянии трактор приехал, видно. А кто уже видел, отпишитесь в комментариях, как вам трактор получился. Это который с пневмосиденьем, сиденье Грэмми или Грэммер, как его правильно там. Два 701 на продажу. Почти новый. Сборка 2020 года. Только в этом месяце супер цена, скидка 200 тысяч на трактор. Так что кому нужны трактора, звоните, бронируйте. А сейчас переходим в сборочный цех. Итак, ребята, мы в сборочном цехе. Это вот трактор на Удмуртию, который собираем, колхоз имени Мичурина. РПН навесили, НШ-100 новые, новый МЗН, новый компрессор ставим, новый генератор. Стартер после капитального ремонта. Ну, бывает, стартера новые ставим, если уже ремонту вообще никак не подлежит, но зачастую они как ремонтируются. Так, значит, крылья примерили. Это первое крыло. Второе крыло. Ящики АКБ. Отверстие под электрику. Так, установили постамент кабины. Установили, значит, гидробак. Гидробак свой, родной. Когда собираем трактор, уже ставим новые обязательно. Ну, пока, в принципе, это все. Кому видео было интересным, ставьте лайк. И давайте до новых встреч. Ждите новых видео.